Владельцы собак не хотят убирать за своими питомцами. С потеплением это особенно заметно. Продукты жизнедеятельности четвероногих повсюду. Хозяева домашних животных перекладывают личную ответственность на плечи коммунальщиков, хотя это является нарушением правил санитарного содержания города. Из-за него предусмотрен штраф. Всесторонняя помощь для особенных детей. Воспитанники центра Садко пройдут процедуры в отделении восстановительной медицины. Такую новость родителям сообщили врачи и специалисты центра. В перспективе спектр возможностей для реабилитации расширится. Калейдоскоп профессий представили абитуриентам специалисты комбината «Эврика». Для тех, кто хочет получить первую профессию параллельно с учебой в школе, они провели день открытых дверей. В качестве наглядного примера свои навыки показали те, кто уже учится в центре. Это повара, модельеры, визажисты и слесари.